Здравствуйте. Эфир продолжает программа «События» в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. О безопасности в интернете и мерах поддержки семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В администрации города с участием главы Самары Елены Лапушкиной прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Профилактический рейд на самых загруженных трассах города. Сотрудники ГИБДД проверили водителей грузового и пассажирского транспорта. Все для улучшения дорожной инфраструктуры. В Самаре подвели итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Поучаствовали в арт-терапии и обсудили новые векторы сотрудничества. В столице региона прошла международная конференция «Роль женщин в развитии современного общества». Обновленная и благоустроенная. В Самарской области открылась экологическая тропа «Храм природы». Самарская область снова в числе лучших по итогам грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Итоги были объявлены накануне. В числе победителей 303 проекта из 73 регионов. Они получат федеральную грантовую поддержку на сумму более 1,5 миллиарда рублей. В десятке лидеров по утвержденному финансированию – Самарская область. В числе проектов победителей от 63-го региона – мероприятия в поддержку бойцов спецоперации и членов их семей, серия подкастов с участниками спецоперации и женами мобилизованных, а также другие инициативы. Губернатор Дмитрий Азаров ранее отметил важность поддержки со стороны региона в реализации таких проектов. В этом тоже залог успеха Самарской области. Я ставлю задачу коллегам из министерств и ведомств, чтобы инициативы сопровождались. Мы вместе заинтересованы в их успешной реализации. Это все на благо людей, жителей Самарской области, на благо жителей родной земли, подчеркнул глава региона. В Москве подвели итоги конкурса за звание «Культурная столица года 2024». За статус боролись 8 городов, среди которых и Самара. Накануне участники представили на суд жюри свои проекты и номера, а также презентовали видеовизитки, в которых рассказывали о предстоящих в 2024 году культурных событиях и в целом о своих городах. Все подробности расскажем в нашем следующем сюжете. Звание культурной столицы года – это дополнительное внимание к проектам региона, новые гости и еще один стимул к развитию творческой среды. Конкурс на возможность обладания почетным статусом стартовал в 2023-м и смог заинтриговать всю Россию. В этом году за почетное звание боролись Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Томск, Чебоксары, Чита и, конечно же, наша родная Самара. Главной площадкой для презентации участников-финалистов стала Москва. На суд жюри каждая команда представила свою программу. У нашего города она называлась «Самара». «Самара – просто космос». Ее мы украсили большим количеством номеров, живых концертных номеров. У нас постоянно меняются концертные коллективы, они обрамляют вот эти вот блоки, о которых мы говорим. Помимо всего прочего, у нас есть общий посыл – это «Самара – просто космос». И у нас есть там такой главный герой, мальчик, который говорит вот про то, что какая Самара, он рисунки рисует, там, который на экране появляется, то есть такой милый-милый мальчик. Это все вот такое бурлящее, такое мощное и большое. В характере города гостеприимство, дружелюбие, удивительная атмосфера творчества и таланта, стремление добиваться намеченных целей и становиться ближе к звездам. Однако радость от участия была омрачена произошедшим сбоем в народном голосовании, которое проходило в соцсети ВКонтакте. Наш город лишился более 20 тысяч голосов. Этот факт заметили жители, которые активно поддерживали Самару, подключали к участию в конкурсе своих родных и друзей и искренне переживали за итоги. Глава города Елена Лапушкина отметила, что в адрес оргкомитета культурной столицы года были направлены официальные письма, но ответа не последовало. То, что у нас пропало 20 с лишним тысяч голосов, заметила же не я, а заметили люди, которые искренне переживали за город, искренне участвовали в этом конкурсе. Результат был со сцены озвучен. И, увы, у нас в данном вопросе не первое место. Заходя и принимая для себя решение по участию в этом конкурсе, мы очень рассчитывали на то, что конкурс будет прозрачным, открытым, с понятными критериями. Увы, этого не случилось.
У нашего города богатое историческое, культурное, архитектурное наследие, традиции, которые складывались здесь веками. Самара с каждым годом преображается, обновляется и благоустраивается, становясь удобнее и комфортнее для жизни и отдыха. Наши музеи и театры, современные арт-пространства и галереи посещают множество людей. И независимо от статуса культурной столицы года, город будет пользоваться популярностью у жителей, гостей и в будущем. Михаил Ермоленко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. В Самаре подвели итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в городе отремонтировали больше 42 километров проезжих частей. Благоустроили как объекты в центре города, так и участки на его окраинах. Какие современные материалы и технологии применяли во время ремонта и каких показателей удалось достичь, узнала наша съемочная группа. Проспект Ленина – одна из центральных улиц Самары. В этом году во время дорожно-строительного сезона маршрут обновили на участке от улицы Полевой до Новосадовой. Ремонт выполняли большими картами. Здесь впервые появились искусственные неровности вблизи остановок и пешеходных переходов, соответствующие дорожные знаки. Сделали это, чтобы обеспечить безопасность, ведь улица оживлена не только автомобильным потоком, но и общественным транспортом. Данный участок автомобильной дороги был отремонтирован в июне-июле месяце. На данном участке было заменено асфальтобетонное покрытие, верхний слой. Работы выполнены из асфальтобетонной смеси ЧМА-16 на примерно битумным вяжущем. Также были заменены все люки и крышки ливневой канализации на антивандальные. Причем крыши люков колодцев не только защищены от краж благодаря запорному механизму, они еще и антишумовые. Такое оснащение с этого года на всех участках, отремонтированных по нацпроекту. В процессе ремонта инженерных коммуникаций при необходимости производилась и замена дорожных плит. Работы были выполнены на улицах Коммунистической, Пензенской, Мичурино и других. Плиты способствуют распределению нагрузки на люки смотровых колодцев, уменьшая вероятность их просадки. Всего в этом году в городе на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновили 42 участка протяженностью более 42 километров. Ремонтировали проезжие части во всех районах. Например, маршруты, которые ведут преобразившимся ранее скверам, таким как на улице Авроры. Обновляли трассы и на окраинах города, а также мостовые переходы. Мост Южный, путепровод Аврора, старый мост через реку Самара по улице Главной. Отметим, глава Самары Елена Лапушкина поручила в первоочередном порядке включить объекты значимой дорожной инфраструктуры в перечень для обновления. После ремонта была организована приемка объектов, в том числе качество оценивалось в лабораторных условиях. Основной целью нашей работы было сделать вовремя, в сроки, установленные контрактом, то есть до 1 сентября 2023 года, чтобы, когда наши жители города вернулись в город, после отпусков летних, соответственно, все дороги были отремонтированы и не было напряжения. На мой взгляд, мы справились хорошо, контракт был окончен срок, все объекты были сделаны качественно и сданы заказчику. Важными факторами успешной реализации нацпроекта выступают целевые показатели, которых должны достичь в результате ремонта. Это, например, процент использования отечественного оборудования, применение новых материалов и новейших технологий во время обновления дорог. По доле протяженности дорожной сети в городском округе Самаре, находящейся в нормативном состоянии, декомпозированный показатель был у нас по плану доведен 79,68%. По реестру наилучших и новых технологий мы также 100% достигли показателей. И по декомпозированному показателю новых материалов, зарегистрированных в реестре как новые наилучшие материалы, тоже 100% мы достигли. В части новых материалов мы использовали такие смеси, как ЧМА-16 на ПБВ-60, также А-16ВН и А-32НН для нижних слоев асфальтобетона. В составе всех новых смесей узкофракционный кубовидный щебень. В результате новое покрытие отличается более крепким скелетом. У влаги меньше шансов проникнуть в поры, и это минимизирует вероятность разрушения полотна. Работы не остались незамеченными и общественностью. Такой контроль – неизменная составляющая все последние годы. По таким же принципам продолжит работать и в 2024-м. Профильный департамент уже наметил планы на будущий год. Проезжую часть намерен ремонтировать и большими картами, и комплексно. В частности, улицу Елизарова от проспекта Металлургов до улицы Победы, Чернореченскую – между улицами Владимирская и Спортивная, улицу Куйбышева от улицы Венцека до улицы Вилоновской. Проект план сверстан и направлен ресурсоснабжающим организациям, чтобы заранее продумать вопросы синхронизации работ по ремонту и перекладке инженерных сетей. Такой подход реализуется в Самаре на протяжении 5 лет. Ольга Павлова, Михаил Ермоленко, Петр Паламеев. События.
Сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд на самых загруженных дорогах областного центра. Полицейские проверили водителей грузовиков и пассажирского транспорта на наличие всех необходимых документов, а салоны маршруток на соответствие количества пассажиров вместимости салона. Светлана Тимофеева продолжит. Андрей Юрьевич, путевочку за сегодняшний день. Особое внимание в рейде сотрудники ГИБДД уделяют грузовому и пассажирскому транспорту. Полицейские не только проверяют документы, но и салоны автобусов и маршруток. Водители есть добропорядочные, добросовестно относятся к своим служебным обязанностям, а есть, которые злоупотребляют этим, стараются по максимуму автобус, грубо говоря, забить пассажирами. Да, час пик, все торопятся, всем надо. Были у нас дорожно-транспортные происшествия, переворачивались автобусы, то есть, сами понимаете, там будет куча мала и много-много пострадавших. Поэтому стараемся, чтобы все водители, пассажиры находились в салоне, сидели на своих местах, и стоячих пассажиров не было. Водители грузовых машин госавтоинспекторы проверяют наличие диагностических карт, страховых полисов, документов на груз. Вместе с инспекторами ГИБДД в рейд отправились и сотрудники Государственного дорожного надзора по Самарской области. Характерными нарушениями является неподключение транспортных средств к спутниковой навигационной системе РЕГЛОНАСС. Также сейчас у нас есть такой момент, как заполнение путевых листов. С 1 сентября этого года вступили новые требования. Путевая документация должна быть указана с НИЛС водителя. Это обязательное требование, на что перевозчики забывают обращать внимание. До обеда сотрудники госавтоинспекции и госдорнадзора работали на одной из самых загруженных улиц областного центра – Новосадовой. Вечером они сменят локацию. Такие рейды в городе проводятся регулярно, и они уже принесли результат. Компании-перевозчики привели в порядок техническое состояние транспорта. Также в Самаре снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. Светлана Тимофеева, Петр Паламеев. События. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде, безопасность в интернете и меры поддержки семьям. Эти и другие вопросы обсудили в городской администрации на заседании профильной комиссии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Традиционно приняли участие представители правоохранительных органов, ведомств и учреждений, деятельность которых направлена на работу с несовершеннолетними детьми и их семьями. Особое внимание гражданам, находящимся в социально опасном положении. Это люди, поставленные на учет в органах опеки. Таких семей в настоящее время 67. В них воспитывается 124 ребенка. Основной работой по данному направлению у нас осуществляется визитирование семей, то есть это осуществление социальных патронажей и, соответственно, межведомственное взаимодействие с органами службы системы профилактики на постоянной основе по абсолютно всем районам Самарского округа осуществляется ежемесячно. Это и с органами полиции, и комиссией по делам несовершеннолетних, отделами опеки и так далее. Также на заседании говорили о профилактике противоправной деятельности в детско-юношеской среде. На постоянной основе в общеобразовательных учреждениях Самары проводится большое количество внеурочных занятий, направленных на историческое и патриотическое воспитание. Союз женщин нашего города отметил свое десятилетие. В Самарской публичной библиотеке прошла международная конференция «Роль женщин в развитии современного общества. Новые векторы сотрудничества». Общественницы принимали гостей из республик Беларусь и Башкортостан. Подробнее в сюжете Ксении Бакановой. Обменялись мнениями и наметили планы на будущее. В Самарской публичной библиотеке прошла международная конференция «Роль женщин в развитии современного общества. Новые векторы сотрудничества». Сегодня Союз женщин Самары отмечает юбилей – 10 лет. За эти 10 лет была проведена огромная работа по различным направлениям. Каким? И по социальным вопросам, и вопросам здравоохранения, образования, молодежной политики, по физическому культуру и спорту, потому что, конечно же, наши все женщины за здоровый образ жизни. В зале собрались представители Союза женщин Самары, Республик Беларусь и Башкортостан. Я слушаю доклады сегодня выступающих и, безусловно, не могу не отметить, что есть очень много общих тем и реализации инициатив, которые сегодня присутствуют как на территории нашей страны, в Беларуси, так и в Российской Федерации.
даже если вам кажется, что вы ничего особенного не можете внести вот в развитие этой организации, поверьте, это только первый взгляд. Работа, домашние дела, спортзал, маникюр и вечерняя проверка уроков. С началом специальной военной операции ежедневных задач женщин стало еще больше. Они сделались невидимой, но необходимой опорой для своих мужчин. Здесь началась работа именно по оказанию социальной, духовной, наверное, политической помощи нашим и бойцам прежде всего, их семьям. Также всем участникам предложили попробовать арт-терапию. Это способ избавиться от лишних переживаний при помощи занятий изобразительным искусством. Мастер-класс по рисованию натюрморта провела кандидат педагогических наук Елена Прыскина. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. И в продолжении темы. В Самарском художественном музее наградили победителей международного конкурса фотографий и рисунков детей «Мир созидаем вместе». Организатором конкурса выступил Союз женщин Самары. Тему продолжит Елена Черневская. Голубое небо, плодородные поля, уютные чистые дома. В своих работах ребята изобразили, каким видят мир вокруг себя. Оценить лучшие работы собрались лучшие женщины Самары и Беларуси. Награждение победителей международного конкурса фотографий и рисунков детей «Мир созидаем вместе» состоялось в Самарском художественном музее. В апреле этого года конкурс стартовал в Минске, теперь он переместился на Самарскую площадку. Это один из совместных проектов Самарского и Минского союзов женщин. Для нас была важна тематика, которая была заранее задана. Конечно, это тема мира и созидания в двух наших государств. Ведь на самом деле нет ничего важнее для человека, чем мир над головой. И наши дети в своих работах еще раз об этом сказали. Каждый через свое, через какую-то малую родину, через близкий его сердцу домик, уголок. Но каждый показал, о самом главном рассказал, что нам всем нужен мир. Напомним, организация существует в нашем городе с июля 2013 года. Круг вопросов, решаемых общественной организацией, достаточно широк. В состав союза входят активные, неравнодушные, успешные женщины. На протяжении 10 лет мы проводим огромную работу в различных направлениях деятельности нашего союза, союза женщин городского округа Самара. А наша деятельность направлена как на формирование патриотических, духовно-нравственных качеств не только подрастающего поколения, но и, безусловно, нас, конечно же, женщин, поскольку мы союз женщин. На конкурс «Мир созидаем вместе» представили более 100 работ. В финал вышли самые лучшие. Полина Глухова представила свою работу на конкурс. Теперь она в финале, и ее рисунок на выставке в Самарском художественном музее. Девушка трудилась над этой работой более 2 недель. Участие в таких конкурсах для меня очень важно, так как нужно поддерживать разные народы, нашу страну, Россию, поддерживать дружбу между народами. Выставка работ отображает эту важную мысль в рисунках и фотографиях, которые представили юные таланты. В планах двух организаций проведение совместных проектов по укреплению семьи, повышению статуса материнства и отцовства, популяризации здорового образа жизни, сохранению и развитию духовности и национально-культурных традиций, укреплению дружбы между народами. Елена Чернявская, Сергей Баскин. События. В Самаре прошла презентация проекта «Путевка в жизнь». В нем участвуют подростки из социально-реабилитационных центров и взрослые, которые прошли специальную подготовку. Готовые поддержать инициативу и депутаты фракции «Единая Россия». Ксения Баканова продолжит тему. Подарить надежду тем, кто больше всех в ней нуждается. В Самаре прошла презентация проекта «Путевка в жизнь». На территории региона он начал работу в октябре прошлого года и уже получил поддержку правительства Самарской области и фонда президентских грантов. Основная задача этого проекта – это подыскать для ребенка, подростка, взрослого наставника, который бы ему помог социализироваться. В числе приглашенных гостей благотворительного вечера – бизнесмены и чиновники. Готовы помочь в реализации проекта и депутаты фракции «Единая Россия». Это обмен опытом, обмен мнениями и привнесение каких-то новых идей, каких-то новых проектов и каких-то новых предложений для того, чтобы эта работа была полномасштабной такой. Вообще я считаю, что детей-сирот ни в городе, ни в нашей стране в принципе быть не должно. Сейчас уже сформировано 15 пар. Организаторы планируют расширять географию проекта и информировать о нем неравнодушных людей. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.
Обновленная и благоустроенная экологическая тропа, храм природы, ведущая к заповедному урочищу «Каменная чаша», открылась в нашем регионе. Здесь появились оригинальные арт-объекты, лаунж-зона с качелями и гамаками, интерактивные площадки, парковка для автомобилей и экскурсионных автобусов. Храм природы стал третьим благоустроенным объектом на территории Жигулевского заповедника после горы Стрельная и туристического комплекса «Бахилова поляна». О легендарном источнике с многовековой историей репортаж Ольги Павловой. От солнечной поляны до каменной чаши под легкий шелест осенних листьев в нашем регионе открылся новый пешеходный маршрут, о котором жители области давно мечтали. Экотропу храм природы обновили и благоустроили. Здесь появилась большая парковка для автомобилей и экскурсионных автобусов, арт-объекты, лаунж-зона с качелями и гамаками и многое другое для комфорта туристов. Маршрут ведет к святому источнику, который ассоциируется у нас с именем святителя Николая Чудотворца. Напомню, что это покровитель всех путешественников. Я надеюсь, что цифра в 7500 посетителей, которые мы имели до настоящего времени, это количество посетителей старой экотропы, в своем новом облике значительно вырастет, и уже в новом сезоне мы получим значительно большую цифру. Экотропа ведет к каменной чаше, месту слияния каменного оврага и оврага-колоды. Живописное урочище полностью поросло лиственными лесами и реликтовыми сосновыми борами. На высоте 150 метров бьет родник с целебной водой. Все желающие могут окунуться в купель. Заповедник ежегодно привлекает множество туристов не только из Самарской области, но и из других регионов нашей страны. Протяженность благоустроенной тропы около 2 километра. Маршрут достаточно сложен в плане физического прохождения, но он стал значительно комфортнее. Дело в том, что крутые склоны перевала были оборудованы маршевым лестничным пролетом, благодаря которому подниматься и спускаться с перевала стало теперь безопасно и комфортно. Обновленный объект уже по достоинству оценили жители Самары и области. Все делается для народа, для людей. Шел по тропке, природа красивая, скамеечка, отдохнул, посидел, полюбовался. В этом уединенном уголке в 1968 году впервые собрались друзья Валерия Грушина и положили начало знаменитому фестивалю авторской песни. В 1997 году родник был освящен и назван в честь святителя Николая Угодника. Сейчас уникальный никольский источник известен не только жителям Самарской области, но и далеко за пределами нашей губернии. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Самара готовится к футбольному матчу топ-уровня, сообщают в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». 1 октября в 17:30 крылья Советов сразятся с московским «Спартаком». Для удобства болельщиков до начала матча будут ходить трамваи маршрутов 11 и 12 до конечной остановки «Самара-Арена». По окончании матча дополнительно подадут трамваи маршрутов 5 и 25. Также усилят работу автобусных маршрутов. По окончании матча к остановке общественного транспорта улица Алма-Атинская будут поданы дополнительные автобусы маршрутов 1, 67, 34, 41, 47. А на остановку улицы Дальняя дополнительные автобусы маршрутов 1, 67. Также с 15:30 на территории стадиона развернется настоящий предматчевый фан-фест для любителей футбола и спорта. Государством предусмотрены льготы для тех, кому не просто воспитывать детей. В телеграм-канале Департамента опеки дают ряд полезных советов. К примеру, если в семье проживает ребенок с инвалидностью, рассказывают, как родителю выйти на пенсию раньше, взять дополнительные выходные и отпуск в удобное время, а детям пользоваться скидкой на билеты и преимуществом зачисления в ВУЗ. Многодетные семьи могут получить бесплатный участок земли, оформить субсидию на ипотеку и воспользоваться компенсацией за школьную форму. Одинокий родитель может воспользоваться правом отказаться от работы сверхурочно или работать неполное время, а также получать стандартный вычет в двойном размере. В Самаре на добровольной основе проводится прием у населения незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ, сообщают в телеграм-канале Департамента транспорта. Граждане, добровольно сдавшие предметы вооружения, освобождаются от уголовной ответственности. Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического состояния предмета вооружения. По всем вопросам сдачи незаконно хранящегося оружия обращаться в Главное управление МВД России по Самарской области по телефону 278-22-22, 278-22-23, а также в Управление Росгвардии по Самарской области. В
телеграм-канале Куйбышевского района напоминают о правилах поведения на железнодорожных путях. Переходить их можно только в установленных и оборудованных местах по пешеходным переходам или мостам. После выбора способа перехода рекомендуем снять капюшон, наушники и убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Специалисты не советуют залезать под платформы и составы, прыгать с платформ, проходить переезд при запрещенном сигнале светофора, находиться на объектах железнодорожного транспорта в алкогольном опьянении, стоять у края платформы, оставлять малышей без присмотра. Будьте внимательны и осторожны. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, хороших выходных.